Сегодня мы будем распечатывать вот такую вот коробку, вот такой пакет желеек. Мы еще не знаем, что там такое и вкусно ли это. Но сначала я смотрю, что тут, смотрите, вот есть тут малинки, какие-то таблетки, какие-то кексики, какие-то жвачки, какие-то всякие. Сейчас мы все это раскроем. Смотрите, мама, снимай, сколько тут много и как мы высыпаем. Да, сама высыпай, высыпай. Ура, как много. Так, теперь мы посмотрим, что же тут есть. Вот тут есть какие-то... О, это бургер, Даша, надо собрать. Хочешь бургер? Смотри, вот еще бургер. Вот, потом что тут еще есть? Вот тут вот есть, смотрите, какие, не знаю, какие-то фрукты. Смотрите, есть какие тут таблетки. Даша, будешь пробовать таблеточку? О, смотри, какие. А бургер хочешь? Нет. А я попробую сейчас бургер, дети, и скажу вам, вкусно это или нет. Только он почему-то расклеил. Теперь я его сделаю. Вот так и вот так. Посмотрите, какой бургер. Смотри, какой бургер, Даша. На, кусай. Сейчас я это подниму. Кусай бургер. Не хочешь? А что ты хочешь еще тут посмотреть? А я съем. И маме дадим полбургера. Поможу тебе. Это вкусный бургер. Вкуснее, чем мы пробовали в прошлый раз. Оп, таблетку. Вот тут еще есть. А такую хочешь попробовать? Вот такую. Не хочет открываться. Смотри, какая. Смотрите, какая тут. Это кексик желейка. Смотри, какой он красивый, Даша. Выглядит очень вкусно. Хочешь и аппетитно. Сладкий. Он сладкий и вкусный. И мы еще дадим маме попробовать. Она тоже хочет, да? На, сама маме дай попробовать. На, мама, держи. Мама, держи. Спасибо. Еще тут есть вот эти штучки. Какой он вкусный. Что это такое? Пока мы еще не знаем. Сними вот поближе. Смотри, вот разных цветов. Тут вот таких непонятно. И вот так вот снимаем. Мы сейчас посмотрим, что это. Что же? Это конфеты шипучки. Смотрите, какая тут нарисована мордочка смешная. Какие конфетки веселые. Хочу. Попробуй, а здесь вот еще есть разные фрукты. Попробуем фрукты разные. Я не хочу. Она кислая? Да. А ну-ка попробую я. Если она кислая, тогда на, закуси фруктами. Смотри, какие. И маме. Ой, мама пробует яблочко. Они очень, дети, кислые. Я не смог ее съесть. Какие вкусные яблочки. А фрукты очень-очень вкусные. Фрукты очень вкусные. Смотрите, какие они. Все, я тоже выкидываю. Вот они какие. Вот эти таблетки очень кислые все. Видите, здесь такие мордочки. Такие, страшные. Они, наверное, все разных вкусов. Не знаю, наверное, мы не сможем их себе попробовать. Это просто конфетка такая. Ты хочешь? Смотри, в сахаре. Давай папа тебе в рот засунет. Ай, пальцы откусила папе. Что тут? Вот это, вот на еще. И маме дадим. Вкусные. Вкусная. Клубничка. Да, вот. Ананас. Очень вкусно. Это вот такие вот таблеточки. Вот такие еще. О, еще у нас два бургера есть. И вот таких куча конфет. Много-много. И много кексиков. И много кексиков, да? Смотрите, сколько всяких конфеток разных интересных. А вот это.
Вот это открыть. Хочешь бургер? Смотрите, какой бургер. Почему-то он разложенный. Наверное, его надо самому собрать. Сейчас Даша. На. Собирай. Собирай бургер. Высыпай. Высыпай, высыпай. А теперь смотри, вот это вверх. Это кетчуп там, да? Это листик салата и мяско. А вот это вверх бургера. Во, ложи вот так. Во, смотри какой. Смотрите, какой получился бургер. Салатик, мяско, кетчуп и сама булочка. Сейчас Даша ее съест. Его съест этот бургер. А маме дадим ананасик вот такой. Мама, лови. Вкусный ананасик. Тебе нравится бургер, Даша? Да, нравится. Очень вкусный? Да, да. Это же очень классно. Что ты еще хочешь открыть? Хочешь вот такую конфетку? Хочу. Не хочешь? Тоже она сладкая. А кислятину хочешь? Хочу. Я тебя напугаю, кислятина. Смотри, у тебя будет вот такое лицо сразу. Кто съест такую таблетку, у того у него будет такое лицо. О, у нашей мамы сейчас будет такое лицо. Мама еще не пробовала такую таблетку, ей надо дать. Даша, дай маме. Маме дай, маме, смотрите. Дай маме. Маму, угости маму. О, Даша спасла маму, но папа маме все равно даст. Мама не сможет ее есть. Она очень кислая. А! Дети, это кошмар. Мама, это быстро, невозможно мама, кушать. Быстро. Надо заесть вот такой сладенький кексик. Да, смотрите, какой волшебный кексик. Угости маму. Надо есть. Быстрее, мама съела кислую таблетку. Надо есть. Дайте мамой. Быстрее, давай маме конфетку. Спасибо, спасибо. Давай мамой. А ты? Давай. Сладенькую. Сладкая, не кислая. А какую ты хочешь? Смотри, здесь есть вот таких разных цветов. Белого и зеленого. Белый, желтый и бежевый, и голубенький. Я съем голубенькую. Я съем вот эту желтую. А я съем... Какой руке? Ты выбрала белую, а я желтую. А у нас тут, смотри, сколько их много. А еще я не пробовал вот такую конфетку. Она тоже такая вот красивенькая. Какая она вкусненькая. А какую ты хочешь? Есть еще бургер. Есть вот еще всякие фрукты. Открывай. Она хочет оказаться. Покажи, мама, детям, какие тут фрукты. Какие фрукты, мама? Ананасы, клубничка, банан. Я мама банан не пробовала. А это что? Клубничка очень вкусная. И банан очень вкусный. А дальше пробует апельсин. Что дальше пробует? Апельсин? Да. Класс. А я буду ананас. А я еще клубничку хочу. Ананас. Я ананас не пробовал. Самый вкусный ананас, да? Мне банан понравился. Мне больше всего понравилось. Дальше. Бургер? Да. Еще есть один бургер. А мне нравится кексик тоже. Он да. Тоже вкусный. А мне фрукты нравятся. Они очень вкусные. Особенно банан. Ставим минус вот этим конфеткам. Кислятинам, да? Да. Мы сейчас будем угощать ими прохожих. Давайте. Давайте. Всех детей прохожих. Давайте. Мы пойдем угощать детей прохожих кислыми конфетами. Мы будем такие бяки. Не, мы не такие, да? Мы не будем бяками. Нет, мы не будем бяками. Даша, ты не будешь бякой? Мы не будем бякой. Мы будем угощать не детей, а соседей. Угощать соседей, да, Даша? Надо угощать соседей. Ты вот туда смотри, а не на меня смотри. Не надо, да?
Смотри. Даже укусила палец. Ну вот такие вот у нас всякие конфетки. Много-много-много. Много конфеток. Ставим минус кислятине и огромный плюс сладеньким. Сладеньким плюс. Всем пока-пока. Смотрите наш канал, ставьте пальчик вверх, лайк и подписывайтесь. Пока. Даша, говори пока.